эксцентриссимо. Иногда богатые выходят из своих машин и вертолетов. Иногда дорога до виллы лежит по парку, а к офису по улице. Вот тогда они вспоминают, что погода бывает разной, и не везде в этом мире комфортно. Им достается немного солнечного пекла, а в этом году, наверное, чаще немного капель дождя. И тут оказывается, что нужен какой-нибудь модный и дорогой зонт, а то и специальный человек, который бы его носил. Для промокающих миллионеров придумали роскошный аксессуар из кожи крокодила. Ведь если спрятаться под зонтом, окружающие все равно должны знать, что рядом с ними сама состоятельность. Так что изготовление по спецзаказу в доме моды для миллионеров в Лондоне за 50 тысяч долларов – вполне приемлемые условия. Издалека, правда, можно и не понять, что этот черный зонт из крокодиловой кожи, а стоимость его и вблизи не каждый вообразит. Зато под одним китайским зонтом точно не останешься незамеченным. Самый большой зонт в мире создан в провинции Цзянси. 14 метров в высоту, диаметр 23 метра. Тут точно будет ясно, что под этой конструкцией большая шишка. Весит она, правда, 5,5 тонн, но желающих оказаться поближе к высочайшему телу и помочь долго искать не придется. Эксцентриссимо.